Приветос, амигос! Заценили новую заставку от Алексея? Ну, теперь заоценим, что было в прошлой серии. Что я все принес на тарелочке, а ты все запорол! Ты слишком болтлив! Вы оба хорошо действуете по обстановке и не можете делать все тихо! Что за херня? Хотели меня видеть, сэр? Мендоза, присаживайся. У меня есть для вас кое-что новенькое. Расслабься. Он не собирается тебя на перекресток ставить. Ну, пока нет. Итак, Лео, наш хороший друг. Он рассказал нам все, что знал, и ушел. Я думал, он приходил просить защиту. Расскажи Нику, от чего Лео отказался. Посылки с наркотой. Да ну, ерунда все это. Самолет наверх, посылки вниз, болтых в болото. И покажи ему. Рыбацкая карта. Чья это операция? Одного гада по имени Реми Нельц. 2 года назад этот Нельц был никем, просто точкой на радаре. А теперь он руководит целой операцией, куда подрядили Тайсона Летчфорда. Прямо человек-амбиция. Именно. Я хочу, чтобы вы наведались в это болото под названием Национальный парк и узнали, насколько он амбициозен. Сэр, зачем Лео стучать на своего босса, а потом придавать это огласке? Лео сказал, что он больше не чувствует себя защищенным среди копов. Мы все обсудили. Мендоза, останься на минутку. А вас, Штирлиц, попрошу остаться. Есть, сэр. Вспыльчива у тебя напарница. Аки-тигрица. Хороший ответ. Присядь-ка, сынок. Слушай, возникнут жалобы по поводу Элмар. Превышение полномочий и прочее. Не волнуйся насчет этого. Я разберусь. Благодарю, сэр. Мы очень признательны. Как твоя мама поживает, детектив? Ты на что намекаешь, начальник? Что она через многое прошла, вытаскивая тебя с Кубы. Что она через многое прошла, когда я к вам заходил в прошлый раз. Жаль, что тебя дома не было. И тебе нужно было много всего проверить. Сэр, я... Да нормально все. Я знаю, каково это, когда отец полудурок. Мне понадобилось много времени для самоопределения. Ты на верном пути, сынок. Продолжай в том же духе. Да, жаль, только я не понял, о чем речь. А так все. Совет довольно мудрый. И тут начинается Resident Evil 5, миссия в болотке. Масштаб совсем другой, но... В болотище. На такой же тачанке с пропеллером. Лео отдал эту карту долг. Взял и отдал. Передал какую-то поганую карту. Да, но зачем она им? Я не могу этого... Смотри, сколько там комаров летает. Стрелять, колотить. Неважно, кто сбрасывает эти посылки. Лео хочет, чтобы мы узнали об этом. Так, есть неплохой шанс выследить их. Или как? Лео знает, что он закончил в Майами. Я думала, он уже налаживает производство метамфетамина в Айове. Так хочется сказать, ставь лайк, если хочешь покататься на такой штуке. Поведение Лео было вызывающим. И у нас могли возникнуть проблемы с отделом внутренних расследований. Наша крошка. Давай за ней. Эмблемка мне нравится у этого крокодиловоза. Нарки ведут посылки по радио. Видимо, ой, ништяк вообще. Лео, это чистота. Всегда хотел покататься. Смотри, на такой хреновине. Есть сигнал. Давай к посылке поближе. Надеюсь, сейчас за нами в погоню увяжутся крокодилы. Если еще бабу скинуть с воза, то вообще будет классно. В тишине поездить можно будет. О, смотри, аллигатор в натуре. Хватай его, кореянка, зажарим. Вы же умеете, у вас наверняка там есть какой-нибудь. У вас копченый угорь есть, наверняка есть вяленый крокодил. Вон, смотри, еще один. Повезло горбатому. Наверное, о, бревно, бревно. Ай. Она много работала. Опа-на, нифига. Да, и правда глупо. Крокодилы, конечно, жестко заскриптованы, они делают одно и то же. Они оборачиваются и убегут в воду. Да это ж просто катер-вездеход, смотрите, можно вообще не рулить. Деревья сносит, по земле ездит, что это такое.
А, вон парашют, я вижу. Вот прикиньте, вот так бы в такой резьбе, резьба следующая будет с видом из глаз, и так вот плаваешь на лодочке, а потом раз так ураборос огромный. У меня еще сигнал. Огромный. Короче, в четвертой части, помните, рыбина здоровая, босс. Леон в нее копья кидал, вот такая бы вынырнула. Вот, смотри, утки пошли. Давай берданку доставай. Какие-то утки, правда, странные, похожи на наш этот Су-47, по-моему, да, Беркут, этот. Самолет какой-то там, блин, бомбардировщик или кто он. Короче, обратный угол крыла у него там, крылья наизнанку. Вот журавли также пролетели. А что это такое? Это круто, что долг поставил нас сюда. Ты же понимаешь? Ага. Когда вынимаешь, проблема сколько в том, можно что трещать? Все это не очень-то закон. Да кому какое дело? Так веселее. А, то есть нам не нужен этот самолет? Нифига себе. Жаль, что жанр у этой игры это шутер с элементами стелса, а не какой-нибудь там RPG, чтобы поисследовать вот такие округу, такой вот станувшие самолеты, аллигаторы, мусорные пакеты. Это ж все смотрится так крутовато. Оу. Надо ее головой пару веток собрать. Капитан Доус в своей молодости был вообще безбашенным. Ага, наслышан про него. Просто работать так рискованно. Мой тебе совет. Хочешь порадовать капитана? Перестань церемониться. То есть вот так надо? Посуров. Схват вышли ли? Они говорят постоянно, но ничего интересного почему-то не звучит. Сейчас, я уверен, должна быть какая-то миссия с погонями. Или что, просто покататься по болоту катер дали? Тут полно аллигаторов. Я бы не стал так переживать. С чего ты взяла? Мы видели всего 50. Это еще ничего не значит. Может, это были единственные 50 крокодилов в этом болоте. Оставьте метку, чё? А, вон. Наш кокаин. Я слышу крокодила. Туру-туру-туру. Проверим, не глубоко ли, типа. Оу, да, вот он. Геннадий, я ж знал, что должен быть. Вот она, доисторическая рептилия. Сейчас я как Самсон ей пасть рвать буду, давай. Растопыривай, посмотрим, кариес. О, она удалила ему гланды. Черт, крокодила убили, проклятые мусора. Фу, позор вонючий. Живой? Ага. Мне спасибо скажи. В наших краях крокодилы просто это огромная редкость, поэтому спасибо. Мне их жалко. Там-то, может, они и плодятся вовсю. Может, пойдем по следу? Все-таки крокодил прикольное такое животное. Последний из динозавров, можно сказать. Есть печальное видео, где питон с крокодилом типа бьется, а вообще отстой полный. Так, ну чё, куда дальше-то? Это уже так похоже, знаете, на какой-нибудь сурвариум. Ну или сталкач американский. Чего вот крюк? А. Ну да, как у Бэтмена. Когда-нибудь крюком пользовался? Не-а. Своим, ёпты, кожаным. Цепляй крюк за платформу. Откуда ее? Откуда его цеплять-то? И чё? А. То есть они считают, что это так работает, да? Чё, еще один надо? Давай, двумя руками за разные полезли. О, антикрокодилья винтовка. Это будет прикольно, если в хардлайне вот реализованы такие штуки. Все, а назад будем прыгать, ноги ломать. Нарки построили это. Это старые смотровые площадки. Ты когда видела, чтобы нарки что-то строили? Ты в норме, Хай? Кроме домика из подушек в 30 лет. Болит.
Ужас. Чего у нее там болит, ты прослушал? А, надо опять, наверное. Поднимайся. Не командуй. По одному залезем, интересно. Как она прям за мной полезла следом. Такое ощущение, что она пытается понюхать мою жопу. На вот, канат тоже взяла. Отлично вообще. Ты прям этот, ты прям мой Робин, я офигеваю. С канатами, с крюками. А ты подготовилась? Ну, в смысле, я-то Бэтмен. Ну и куда? Цельте в эти планки. Хорошо держаться будет. Это планки, по ее мнению. По мне, так давай это жестяные листы, жестянка, жесть, вот они лежат. Планки, ёптать. В голове переводчика, мне кажется, планок не хватает. Ну, может, я не знаю, что такое планки. В моем понимании планка — это все что угодно, что-то горизонтально лежит там плоско, полосонько. Что там, да, ёптать. Что на сканере, блин? Четыре привидения и аномальная активность. Наверное, забирать приехали. Будь начеку. Конечно, я будь начеку. Задержать. Отвлекем. Да. Как гильза падает в песок, они услышали. Хотя, несмотря на это, только что орали там, разговаривали. Да хоть посмотреть, что делается-то. Здесь ничего. А ты, а здесь посмотри. Что? Здесь, говорю, посмотри. Блядь, не могу. Сука. Сейчас они обратно пойдут, эти боты недоделанные. Я их обратно... Я же слышал. А-о. Вот это прошаренный чувак идет. Ничего. Следующий придурок. Странно. Он да. Получи по жопе, ёб твою мать. Видели, да, как я его обезвредил мастерски вообще? Не вовремя смс-ки, не вовремя. Какого хрена? Этот сканер просто меня чуть жизни только что не стоил. Какого хрена? Ты чё, мразь, ты чё, сука? Ты чё, мне стелс решил обосрать, а? А? Не хочешь, чтобы я вышел на пенсию? Сука. Да ёб твою посылку, знаешь, маму сканера этого делал я. Юный подаван, нахрен не нужен, говна кусок. Сейчас бы по стелсу прошелся мне этот сканер. Я на секундочку представил, что это Fallout 4. О, проверить раз. Нашел чистоту. 120 и 13. Что это? Есть что? Радиодача. Нет? Смотри, сколько точек светится. По всему озеру. Возьмем их катер и проверим, что там. Да, и что это, да. Подожди, возьмем сначала. Значит, вот это говно поменяем на нормальный. О, на гейск, на шумный сверчок. А, что за опти-пушка, не знаю. Опти. Опти. О, нифига. Во. Не, во. Не. Это классика MP5, да? А это MPX. Это, видимо, увеличенный. Зацени, а Джеймс Бонд. Как ей в сраку-то выстрелить? Дальномер. В левом верхнем углу экрана отображаются данные о вашем текущем местоположении. Количество улик в исследуемой зоне и расстояние до ближайшей улики. В каком-каком краю экрана? В верхнем правом? Чё этот сканер-то мигает? Ты не знаешь, как работает эта штука, мне кажется. А, на вибросигнале. Мы на чужой территории. Давай сначала Нельсона найдем. Он амбициознее, чем мне казалось. Ублюдки, так, где-то сканер. В левом нижнем углу он сканер. Знаешь, что меня больше всего... Так это карта. Неважно, кто выиграет. Победителя будет полно денег оружия. Ага, и когда друг с другом разберутся, придут за мной. Мне хочется послушать регги, пока я катаюсь здесь на катере, а не тупую бабу. Если мы действуем вне закона, совсем вне закона, я за. Целее будем.
Я и не спорю. Мне кажется, эта азиатка меня подставит. Что-то она какая-то мутная, Вова. Чтобы убрать крутых ребят, авторитетов, и чтобы это прошло как по маслу, одной грубой силы недостаточно. Не знаю. Разве? Мы ввязались в опасную игру, детектив. Что-то я не там вылез, по-моему. Отлично. Все, как я люблю. Да нет. Баба на корабле не к добру, видите? Вылез из нее не там, где надо. Это что еще за бунгало здесь такое? А это знаете вообще на что похоже? На это Dead Island, где болотный уровень-то, блин, долбанный. Это у них какой штат? Кентукки, да, в болотище весь? Я Тимона и Пумбу смотрел, там была какая-то серия такая. Про вот это дело. Вообще классный был сериальчик, мультик. Ну. Торжественная выгрузка состоялась. Что-то расстояние. С подмышки хорошо будет видно. Твою мать, а? Сигнализация вызывает подкрепление. О, как необычно. Нам нужно будет еще хотя бы одну. Че он говорит? Я слышал, Рэми наращивает производство. Без еще одной лодки не получится. А. Из машины решили лодку сделать. Сигнализацию, иначе сбежится толпа. Че, покуриваем? Самюэль Свитц. Или вломиться. Решай сам, я за тобой. Или вломиться, или мудиться. Там внутри полно народу. Какой план? Давай туда. Только тихо. А как сигнализацию? А, отключайте блоки. То есть единой кнопки нету, да? Интересно. Ну тут стелс-то такой, конечно, с волхаком. Щутка-мутка. О! А как отключать-то, если не выстрелом? Ёб твою медь. Что это было? Толстожопая кореянка их внимание привлекла, наверное. Начинается крайне веселый процесс подманивания. Что это было? Как они все хорошо слышат, вообще прям. О, ну хоть ходил бы ты быстрее. Оп, все, наш человек. Это отсюда! Эй! Ты чё, мразь, орёшь, а? Эй, и всем пофигу. И что теперь? Ничего, иди посмотри. Пошёл в жопу сканер. Показалось! Верняк, а вот там... Он типа какого не видит, как черта? У него перед глазами летают гильзы, да? А? Они слышат, как я подкрадываюсь. Но уже поздно. Оу-оу-оу-оу. Достаньте его. Вот твари. Револьверчик такой миленький, у меня в детстве такой пугачик был. С пистончиками. О, сейчас, подожди. Ну так что ты ее не отключила, умная, ходишь, блядь. О, нихера себе. Это что было? Сука, мы же на лесопилке, уроды, зачем вы огонь разводите? Готов. Вот такие, сука, лесопилки поджигают, а потом мебель стоит хер знает сколько. Из ДСП.
Ну, он еще и с ружьями, смотри, я какие. Охотники на крокодилов прям. Начался боевик, вообще огонь. Куда он нахрен провалился? За поворот зашел. Да сука, не, я горю, жопа горит. А, боже. Надо, видать, далеко от воды не уходить в этом сражении. И пушки выбирать такие, на которые патроны можно найти. О! Ёб твою мать. Перезарядка, конечно, как у КВ-1, блин. Блоки, на, ёпта, тебя выключил блоки. Надо было просто подойти вот в этот, выстрелить, короче, и уже бы никто не приехал, как я понимаю. Короче, уже не важно, кто тут у кого покупает кокаин, потому что всех дилеров я тут шлепнул. Ох, нихера себе. Сказал я себе. Когда нашел АК себе. А, АКМ. Это АКМ? А, ну да, АКМ. Что-то я переглючил, думал, что короткий должен быть, ладно. Это что такое? Последнее слово техники. Проверь, вдруг там сообщение. Это он иронизирует, что ли? Чувак, тут даже экран не цветной. А, ну это пейджер, видимо. Видимо, это такой. У этого парня, похоже, встреча на каком-то стадионе. Никогда не видел пейджер с кнопками. Что за чушь? Думаю, это какой-то другой стадион. Сотик, ну, такой, что ли? Или КПК, может? Сука, что это было? Может, это пульт от телевизора? Чинарики. Так, снаряжалова, да. Пушка новую себе не нашел. Как не нашел, нашел. Во. CZ-75. Интересно, когда в играх уже наш этот Ерыгин-то появится? Как они его, интересно, оценят? Да пошел ты, блин. В каком конверте? Че надо-то этому сканеру? Сука, глупый прибор. Как дети, знаете, которые рацию в магазине купили в начале нулевых. А рации-то там были такие декоративные, то есть 10 шагов отходишь, она уже не ловит ничего. И ходит рядом, как два дурака, переговариваются через рацию, вот так идут. Или опять на болотах? Это не глупо. Тут просторно. Все, что сейчас нужно, это найти Нельса. Думаешь, он работает с картелями? С коктейлями или картелями? Стоит. Чё она говорит? Вот кто бы еще залежал. Так, это что такое? Это финиш, я так понимаю. Ты знаешь что-нибудь о Нельсе? Из богатой семьи. Бросил школу кино. Для начала вложил грязные деньги в какой-то фильм. Дай угадать. Кино снять он забыл. Нет, не забыл. Кто еще говно? Ой, да чтоб ты в артхаусе понимала. О, нифига. Домик чей-то кемпинг затонул. Вот классно, походу. Наверное, по асфальту на такой фигне тоже можно ездить, судя по всему. Прикольно было бы. Лица остальных участников дорожного движения было бы интересно палить в этот момент. Главный герой что, в носках или что это такое? Ой! Хай, ой. Про вас, с Тайсоном. С Майком, ёпта, ну давай. Ну, знаешь, насиловал, нет, говори. Ты встречалась с Тайсоном? Я приглашала его на вечеринку, так что у нас одно свидание было. Нет, два формальных свидания. Подожди, ты встречалась с кокаиновым наркодилером? С кокаиновым агентом. Когда он узнал, что ты коп? Когда я узнала, что он кокаиновый агент. Слушай, веришь или нет, он неплохой парень. Но он тебя шпилил, да? Я думаю, суть вопроса-то вот где. А не в том, что-то, как вы там познакомились там. А я тут не был? Видимо, нет. Что это за место? Без понятия. Давай на мельницу. Посмотрим сверху. На мельницу. Давай уже мой автомат новый.
испытаем. Испытаем мой АКМ. Сегодня собираюсь в церковь. И Эд идет со мной. Даже, Эд, я бы сходил. Так, слушай меня. Покупатель идет. И что? О. Так что надо выглядеть как профессионалы. Мне нужны патрули. Группы подвое. Выдвигаемся. Патрули группы подвое будут. Так, все, так, так. Закончилось. Они расходятся. Пошла ты, сама подбирайся, дура что ли? Ай! Будет мной еще какая-то коза командовать. Подберись тут, нахрен не подберись. Все, сейчас кого могу арестую, остальных поубиваю нахрен. Что так? О, нифига, крокодил. Что это? Бам в мосю. Опытным поставленным ударом, видимо. Хер ли это ниндзя тут так топает? О, крокодилище здоровый, жирный. Наверное, ему уже тут пару должников-то скормили, короче. Чё такое? Чё всё светится-то? Меня кто-то палит, типа. Быть такой херни не может. А, они тело нашли. Не завалили, а слегка нокаутировали. Проверьте там. Проверим, что это. О, у меня идея есть вообще классная. Идея огонь. Что ты взял этот бред? Да взрывайся, мать твою! О, понеслась. Вот урод, блин. Нахрена чем мне в упор, ты глянь. А чё это? Мы его искали или что, я не понял? Чё он теперь светится-то? Ты давай на тот фланг смотри, дура. Нам сейчас в корму насуют же ваншотами. Бля, он не собирается вылезать, походу. Он командир. Я только голос отсюда слышу. Ай, господи, чёрт ты путаешься под ногами, дура. Жопа горит, жопа, пердак мой. Нормально всё. Да, тут, конечно, надо стрелять именно с прицелом. Знаю, что тут была старая аллигаторная ферма. Умно придумано. Аллигаторная ферма. Хороший доступ к воде и суше. Откуда Мендоза знает, что тут раньше было? Он вообще мексиканец. Расскажи лучше, что буррито делают. О, смотрите, череп аллигатора на батарее. Люди Нельца, на, поговори с ними. Ты же за мной была, что ты тут делаешь? Ну. Эй, да, все в норме. Я тут. Ты кто такой? Давай, до свидания. Тут. Отошел на минуту. Ой, бля. Передай, что Нельц всех собирает. Ладно, а где? Томми, блин, прекрасно знает, где Антонио. Мы двигаемся дальше. О-о. Вот и поговорили. Встреча того парня. Это с Нельсом. Он сказал, что они направляют... Аквацентр Майами временно закрыли. Там-то они и собираются. Ну, неплохой, там неплохая у них сеть раскинулась. От болот до Майами. О, стильный пакетик денег стоит. А чё надо-то? А, ну да, надо же. Нет? Хрен узнает, зачем-то вообще мне нужна эта хрень. Все, мы, видимо, валим отсюда, да? Где мой новый пистолет? Когда я куплю себе пистолет? Стоять! Вы арестованы, мрази! Хреново! Какого хрена? Разберусь с ним. Ласты к полу, морду вниз, и ты, малец, пойдешь на малолеточку. Там
А лучше я тебя во взрослую запихну. Там таких, как ты, миленьких любят. Чтоб без усов, без бородки. Ну и тебя, Педро, тоже оприходуют, не сомневайся. Ты какую камеру предпочитаешь? Негров с большими болтами или корейцев с маленькими пиписьками? Зависит от того, будем ли мы сотрудничать. Вот так-то, девчата. Запомните, кто тут главный, детектив Мендоза. Если буду спрашивать, кто вас повязал, детектив, мать вашу, Мендоза. Я надеюсь на медаль. Не подведите меня. Стадион к югу отсюда. Да, держись. Стадион. Наши играют. Помчали быстрее. Не, ну это прикольно, когда здесь можно целыми толпами арестовывать. Ай, ну что, все? Доплавались, типа, конец? Ну, отстойно, блин. Майами Акватик Стадиум. Водный стадион-то. Какая долгая глава, надо сказать. Идентифицировать Нельца какого-то. Нам не нужно, чтобы Нельц узнал, что мы тут. Да я сам тихоня, чё ты. Пи-пи-пи, всё нормально, никого нету, идём. Нет бы спецназ вызвать на помощь, ёлы-палы. Отлично, твою мать. Когда-нибудь эта смена кнопок меня погубит. Бам по башке. Оу, черт, я опять контакт не закрыл. Помню, когда был еще ребенком, пришел сюда как-то раз. О, ностальгируют пацаны. Пирамиду из 10 девчонок. Они были где-то на том краю озера, а на другом краю лодка тянула тигр. К сожалению, мы не дослушаем историю про его первые в жизни блядки, потому что... О, комар засвистел. Что-то стряслось! Сюда! Тот тварь. Да пошла ты в жопу, чё ж ты меня поджимаешь-то, дура, блин, а? Таких в картошке ваншотят союзники. О, блядь. А, мне кажется, пол жопы оторвало. О, нифига, это кто мне аптечку бросил? Кариоза? Тебя жизнь научила теперь в косметичке медикаменты таскать? Мудрая женщина. Губы-то, если чё, йодом можно покрасить. Ёб твою мать! Вот. А ранку губной помадой не залечишь. Ни хера против солнца не видно, правда? Так, ну теперь вы меня точно достали. А, блядь. А, ну что, это Кариоза ни хрена меня не прикрывает. Такой проход был. Бестолочь, бля. В этот раз получше прошло. Лежат красавчики. Так, надо еще двоих теперь обезвредить. Или их тут трое. Где встреча? Парень задерживается. Что? Он на патрульной тачке будет? Этот чувак детектив. Этот чувак детектив? Нифига себе. Давай тоннельцам. Я уже больше, чем Майк Тайсон за всю карьеру тут народу, по-моему, перемудошил. Что это? Какого хрена? Куда ты бросил-то? Вы видите? Ебаклак недоделанный. Бесконтактным карате его вырубил. Куда двигай-то, ёб твою мать, стреляй нахер. Кто этот чувак? Вы взяли его. Чё вы там взяли? Взяли у него, должны говорить. А чё это такое? Стены, посмотрите, какие ватные. Бам-бам. Нет, то это нормально, вот там половина вообще отломилась. Вот это физика, разрушаемость. Это огонь вообще. Ну, не похоже, чтобы от калашников мог так разнести, конечно, эту штуку. Но смотрится крутизна прям. Я так понимаю, этих четверых арестовать можно было бы, если бы того заднего вырубить. Куда ты смотришь постоянно в бок-то? Нельц, подними руки! И держи их!
Мендоза, так? Заткнись. О, заяц шоколадный. Косячат дружки твои Мендоза. Стой, какую сделку? Ты меня не видел? Понятно? Твою мать! Я твоя тень. Ты слышишь? Я твоя тень. Я твою маму дуплил. Вот что ты должен кричать в такой ситуации. Ну, у этого-то катер помощнее. Мы на наших салазках, самоходках не догоним, походу. Окон там немного, поэтому можно их выкурить дымом. Тем временем трое ночью в Майами. Трое с другой. Снайперов сюда и сюда. Похоже, Стоддарт достал их оттуда. К черту. Он только наш. Ник? Че за прикол? Когда глава-то закончится уже? Может, прошлая глава 20 минут была. О, ниндзя-то соображает. Ну, хоть передохнем. А тебе лишь бы копытом бить, да? Воу, понеслась. Как слепу кинуть? Какого черта здесь происходит? Посмотрим, как разрядить обстановку. Этот ушлепок здесь! Кто ушлепок-то? Че ты хамишь? Опять Нельса арестовать надо. Че в тот раз-то не прострелили ему жопу? Я сказал, мы разберемся! Нет, не слушай его, высылай ОМОН. Ёб твою мать, смотри тут сколько. Мать твою, чё тут за дым-то? Калашик вообще нормально. Валит. Давай наверх. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Мендоза. Я тоже надеюсь, что он знает, что делать. О боже. Ему было всего 17. Маленькая бангкокская шлюха. Кто-то стрелял. Кто это говорит вообще? Нужно проверить, что это. Кто-то стрелял? Да с чего ты взял-то? С того, что тут море трупов. Тут целая война шла полчаса. Вы на втором этаже не слышали, что ли? Ау, на пол, ложись, дурак. Блин. Я потерял его! Член свой, что ли? Подожди. Я спасал его! Да, я их обману сейчас. Пошли! Давай, вперед! Авторегин ХП, давай. Отлично, готов! У него совсем крыша сдвинулась. О, смерть Кощея в яйце. Прикольно здесь. Кореянка опять всю службу завалила тыловую. Ни хрена не прикрывает. И что, их всех можно было арестовать тут, типа? Или это миссия на войну такая? Алягер. Кто там еще? Черт, патронов нет! О, ни хрена ты объявил. И где ты, беспатронный наш? Вот дерьмо. Гадил, наверное, где-то в уголке, пока его корешей тут валил. А это что за значок? Типа вверх. Сейчас проверим, на что нужен этот сканер. Опять ни хрена он не показывает. Открыто UMP-5. Вау. Или AMP, как правильно. Так. Чё-то не врубаюсь ни хрена. Чё-то тут. Борода какая-то. Куда показывает этот значок? Вверх, типа. А чё вверх-то? А, тут еще лестница. Могла бы и сказать, что ты ждешь тут курица, блин. Эй, осторожно! Смотри! Какого хрена? Пока не забыл. Черт, маленький магазинчик. Черт! Зато ствол не подбрасывает. Охраняем периметр. Скоро начнем прорываться. Так, да, тут нужен Дробачевский, короче. Так, не уладить вопрос.
На позиции готовы взломать дверь. О, нифига их там. Мне гранаты-то дадут вообще, нет? Все готово. Давайте получим парадную дверь. Пехали вообще зачетный магазин такой, смотри, 17 патронов. Тупая мразь. Мы внутри. Так, Ким, они уже гонятся за нами. Надо успеть его арестовать. Давай, пошел нахер, пошел нахер. Пошел жоп. Ух, я терминатор, мать его. Ким, танкуй, танкуй, ты здоровая, танкани одного-то. Коза тупая. Нейс, бросай пушку! Быстро! Я же сказал, пошел на сделку. Ты и Стоддарт можете забрать все это. Я не при делах больше. Положи, Нейс. Потом поговорим о Стоддарте и сделке. О чем захочешь? Опа-на! А вот и крыса. Я только что спас тебе жизнь, Мендоза. Он сдавался. Не бери в голову, напарник. Ты был в опасности. Да эти крысы вместе, они заодно. Да ни хрена! Любопытно. Что же такого интересного тебе Нельс сказал, Ник? Мы сделали свое дело. Я бы выслушал твою напарницу. Она умная. Ах ты шлюха! Пока улики не сдали. Эй, ты чего? А это тебе, Ник. Отличная работа. Одну пачечку. Засунь себе в срачечку. Ну-ка, дал сюда пол чемодана. Почему умная? Сказал бы я. О. Но Латинос, сука, гордый, бля. Латинос, сука, дурак. Дело закрыто, господа. Но это еще не конец игры. Это, походу, только заваруха начинается вся. Смотрите, у кореянки глаз, как у терминатора. Только синий. Крутит. Ладно, короче, на этом серии конец. Кто досмотрел, да так хренатень. Тут вообще молодец. Что-нибудь нажми, что-нибудь напиши. Единственный чувак. И адьё.